Фами на кресло пришла. И тут на него сразу очень много претендентов. Особенно вот. Мамина кресло. Мамина. Мамина, не Анина. Так, кресло заказали в Икее. Вообще для нас было большое удивление, что кресло пришло в разборном состоянии. И Стас теперь пытается его собрать. Хорошо, что инструкция есть. Как собирать. Но от этого ничуть не легче. Дети всячески пытаются на него залезть. Ну, мы когда ездили в Икее, мы на нем посидели, и оно очень-очень удобное. Вот, я по этому поводу, вот, ну, по поводу присутствия кресла в нашем доме, даже купила себе вот такую книжку на распродаже за 2 евро. Да что такое? Да, вы, наверное, не успели заметить, но книжка на немецком. Вот такая книжка. Я вам даже сейчас не могу сказать, как она переводится. Но я взяла с полочки ее, начала читать. И, в принципе, очень даже многое начала понимать. Она написана таким легким языком. Поэтому соблазнилась. Я вообще люблю такие книжки в стиле приключенческом. Вот что у нас получилось. Такое креселко и пуфик для ножек. Да. Мы с мужем посидели буквально по полминутки. Вот. И потом, да, нас сместила детвора. Но теперь у нас здесь такой уютный-уютный уголочек. Смотрите, как люди украшают свои дома. И это все еще вечером начинает гореть фонариками. И так получается красиво и классно. И все это еще не делают за месяц до самого торжества. И, в принципе, уже за месяц начинают создавать такое рождественское настроение. И, ну, реально витает такой дух Рождества, что ли. Ну, классно. Согласитесь, когда вот все наряжают. Главное, никто не боится, что его декорации упрут. Ну, как бы это ни было, но это же правда. Ну, вот идешь, смотришь, радуешься. Глаз радует, столько декораций. Красиво. Что-то очень любят они, эти красные шарики. Витрины магазинов тоже украшены, и вот елку поставили. Красиво очень. С днем рождения меня. Извините, что охрипшим голосом. Я еще в кровати. Смотрите, какая чудесная открыточка у меня. Вот сын написал. Такую аппликацию сделал. Ура, 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 наша машина пришла. Вот она. На самом деле я ее сегодня вижу в первый раз. И, ну, потому что я, проходя мимо, я сейчас иду в экшен, мне надо кое-что купить. Я уже сегодня такое 8-е, да? А Стас я забрал вчера, но дело в том, что Аня устроила мне сюрприз на день рождения. Она решила, что мама хочет провести свой день рождения в теплой уютной кроватке рядом с ней. Вот, поэтому у нее 6 вечера поднялась температура. И все наши планы на выходные, ну и, естественно, на праздничные дни накрылись. Мы должны были пойти к Кирюше на утренник, вот, поесть тортика, но не сложилось. Ничего, тортик мы поедим сегодня, но сегодня еще у Стаса на работе корпоратив, на который мы с Аней не пойдем, туда поедут Кирилл с папой, а завтра мы должны были ехать
под Дортмунд. Там проходит мастер-класс по катанию на лыжах для детей. И Кирилла мы туда записали. Ну, не знаю, поедем ли мы с Аней. Папа-то поедет с Кириллом, а мы с Аней, возможно, останемся дома. Посмотрим, как она будет себя чувствовать. Ну и сейчас Стас остался с ней дома, пока она спит, а я вышла за эти пару дней на улицу подышать воздухом. Так вот, вчера Стас машину забрал, но я ее вчера так и не смотрела, не видела. Он мне только сфотографировал ее сегодня утречком. Я сейчас, проходя мимо, хотя бы посмотрела на нее. Вот Кирюша в садике делал... Избушку. Ведьмину избушку, да? Да, вот это как будто, наверное, тут можно стоять, это лесенка какая-то. Ага. Но это из-за Дэм-Дэмса. А внутри как будто кто-то сидит, это такие... Мишки. Мишки, да. Желейные. Да, желейные мишки. А вот это как будто снег вот это. Ага, это сахарная пудра, да? Да, это сахарная пудра. Вы только посмотрите на эту красоту. У нас просто сыпет снег для Германии, вернее, для Мюнстера. Это небывалый случай, потому что здесь почти никогда нет снега. А если есть, то он выпадает ночью, а потом к утру уже сразу тает. Ну, в общем, вчера получилось именно так, как я и предполагала. Стас поехал с Кириллом на корпоратив. У них было все так весело и интересно. Был даже Дед Мороз. Вот. Ну, не Дед Мороз, да, а Вайнахтсман, да, вот. Да. Деткам подарили игрушечки. Кирюше пистолет, который машинкой стреляет, да? Да. А Ане игрушечки, в которые надо шнурочек вдевать. Да, Анюта, где твоя игрушечка? Ой, не знаю. Вот. И сегодня, значит, тоже получится по той же программе. У нас Аня продолжает болеть. Да, Аня? И поэтому Кирюша поедет с папой заниматься лыжными видами спорта. Да. У них урок там будет 1,5 часа, ну, у детей. Сегодня? Ну, а мы с Аней останемся на хозяйстве. Вот, Стас пообещал поснимать немножко видюшек. Я потом прикреплю к этому видео, как им было весело без нас. Вот, не перестаю любоваться своим креслом, оно очень удобное и очень классное. Но я не только любуюсь, я еще и посиживаю в нем. Смотрите, я вам покажу, сколько у меня ниток. Я просто чувствую себя каким-то хомяком. Запаслась нитками. Мама, кресло. Да, кресло. И вяжу. Ну, когда есть время. Кресло. Идем. Тихо, давай, 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 давай. А, о, молодец, встал. Еще раз. Давай, 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 давай. Умница. Вот так вот, да? Ползком. Смотрите, какого очаровательного жирафа я связала вчера. Жужа. Просто прелесть, прелесть. Круто. Что такое? А можно? У тебя лиса тоже очень красивая. Очень. Потянул ее. А тем временем снега становится все больше и больше. Если честно, я начинаю переживать, как они будут добираться. Потому что урок будет проходить в Дюссельдорфе. И туда ехать 1:45 это по хорошей трассе. А так, как бы, ну, мы с запасом. Стас будет там выезжать за 3 часа. Потому как могут быть пробки. Смотрите, какие мы купили. Это Раухен, курящий мужичок. Значит, у него там вставляется внутрь такая таблеточка, поджигается, и типа дымочек такой идет. Прикольная такая штучка деревянная. И вот такую еще деревянную штучку мы купили. Вот они такие просто милые. Вы посмотрите на этого мишку.
Вообще красота. Тут я украсила свои цветы всякими такими вставлялочками, игрушечками на палочках. Вот, что-то фиалка моя немножко, ей тут не очень хорошо, надо поподрезать ее листики. Не, листики в принципе ничего, цветочки поотцветали. А листья вон даже новые там появляются, и цветочек вот новенький. Ну и как видите, мы кровать сдвинули к окну вместе с тумбочками, а эту полочку переставили сюда и кресло сюда поставили вместе с елкой. Получился такой как бы разделение комнаты на две части. Не получается нам пока найти квартиру, вернее, мы-то квартиры находим, но как-то не слаживается, видимо, у нас с хозяевами, потому как никто не хочет брать нас в арендаторы. Но ничего, ничего, все будет хорошо. Я уже вам показывала эти перышки в стеклянном шарике. Но сильно мне нравятся они. Пока наши мальчики ездили кататься на лыжах, я вот сегодня сшила две наволочки. Одну такую в стиле пэтчворк из кусочков, а другую совушку. Ну, они обыкновенные вот такие наволочки. Вот, но теперь у меня есть нарядные подушечки. А на улице тем временем сыпет снег. Днем он тоже шел, но таял быстро. А сейчас прям такими хлопьями сыпет. И Стас едет сейчас по автобану, говорит, что 100 метров, и дальше уже не видно ничего. Поэтому плетется по автобану, он плетется 55 километров в час. Вот так, сейчас на огурчиком заешь. Она сама возьмет. Совершенно другие цели, герцог. Я вам говорю, что королева любит этого подлого Бекингема. Да будьте... Вот такой вот тортик. Запахом из детства. И запахом, и видом. Значит, мы сейчас втыкнем туда все свечки, которые у нас есть. О, вот. Тут много. Да, чтобы мало не было, ну, держателей просто. Вот сколько, столько и втыкнем. Не, ну, чтобы было что задуть. Да, потому что дуть хотят все. И я. И я. И вообще, тут и символично их 18. Вот маме у нас думаешь, всегда 18? Всегда 18. Там меньше, чем 18. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. На коробке 18. Так, ну все, это судьба. Мне 18. Сегодня, правда, уже 10-е. Три дня уже как 18. Ну, у нас абсолютно сумасшедшая неделя. Ну, как-то да, у нас была такая неделя суматошная. А день рождения мое выдалось вообще суматошным. Яня заболела, и машину надо было забирать, и у Кирилла было событие рождественское. На работе. Да, на следующий день они на работу пошли, у них был корпоратив, сегодня на санках катались. В общем... Каждый день приключения на лыжах. На я лыжах. Зажигаю? Да, давай зажигай. Сейчас будем наконец-то. А я хочу дуть. Так, ну, так я не дую, я зажигаю. Папа сейчас только подожжет. Мы потом выключим свет и как положено пропоем песню. Ах, красотища. Ой, надо же придумать желание какое загадать. Кирюш, смотри фокус. Пожелал. Ну что, да. Кирюш, давай петь. Да. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, любимая мама. С днем рождения. А что, я вот только как мама застоялась? Ну я с Кирюшей же пою. Ага. Ну ладно. Ну а сейчас я от себя буду петь. С днем рождения тебя. Аня, дуй. Ура! Ура!
Давно Кирюша хотел тортика. Да. Вот, наконец-то. На два делить или на больше? Да не, на два подели, нормально будет. Что не съест, папа доест. Папа себе отдельный кусок возьмет. Мне вот это, мне вот это. Бисквитное. Ты с грибочком будешь? С пропиткой. Или... Да, с грибочком. Сверху вот масляное. С грибочком, с грибочком. Вы только посмотрите, что творится у нас на улице. Второй день метет. Красиво, конечно. Но это вообще неслыханная погода. Чтоб так мело. Все мои цветы под снегом. Посмотрите, что творится. Красиво-то как, а? И тепло.